Здарова, народ, с вами Тед Мосби, и это долгожданный Fortnite. Мы поиграем в единственный выстрел, парные сражения. Этого режима я не видел, а если я не видел, значит его не было. Логично, правда, логично. Поэтому давайте приступим. Это очень странно, я бы хотел его выключить. Окей, так, я думаю, лучше. А он вылетел, нет? Бро, ты где? Я уже все забыл. Не знаю, полетели куда-нибудь сюда. Так, у меня 50 жизней. Блин, я думал, единственный выстрел здесь только на винтовках. А может так и есть, может они здесь лежат. Я не знаю. Там кто-то еще летит. О, нет. Дружище, давай в другой раз. Окей. Я нашел какую-то винтовку и патроны. И еще я куст. Братан. Что, здесь низкая гравитация? Это в этом режиме или вообще? Это просто немножко, не знаю, неправильно. А! Слишком тяжело. О, мой первый килл. Но это было несложно. Слишком уж изи. С какой-то попытки, да, я попал. О, еще одна. Что это? Ой, а что это такое? Я понял. Возьму ее. Стоп. Ой, нет. Фак. Где он стреляет? Почему их двое? Только не убейте. Знаете правила, господи, не убей. Да фак. Чуваки, давайте вы меня оставите в покое. Господи, как же сложно попасть. Минус. Тихо. Я сейчас. Ай, да фак. Оооо, третий килл. Мама мия. Это просто, знаете, с разминочки. Нет, вот этот мне надо. Так, а я в кругу, да? Я в кругу, отлично. А где мой... Я понял. Вопрос исчерпан, я снова один. А люблю своих напарников, особенно которые поют песни маленьким голосочком высоким, тоненьким. Я против ничего не имею, у меня когда-то такой же был. Хотя это малозаметно. Так, а мне теперь нужно кого-то найти. Я не знаю только, куда мне идти. Но как я красиво слил троих в начале. Это просто мама мия. О, за мной кто-то двое наблюдают. Передаю привет подписчикам, которые смотрят, как я играю. Надеюсь, вы не думаете, что я плохо играю. Окей. Пока все идет неплохо. Пока что они, наверное, думают, что я мастер своего дела. Так, окей. Зайдем сюда. Здесь ничего. Как печально. Единственное, я боюсь нарваться на кого-нибудь пострашнее. То есть кто-то, кто за этот... Ну, вы поняли, да? Короче, кто нацелится в меня и с одним выстрелом. Пум. Но пока все идет хорошо. Круг сужается. Это тоже хорошо. Так, сейчас откройте, брат, потерпи. Блин, нет, все-таки можешь куст взять. А я вот так сделаю. А, черт. О, у него анимация надевания куста очень прикольная. Он еще и прозрачный стал. Ну это прям офигенненько. Так, я надеюсь, я никого не встречу, иначе мне будет очень страшно. Я слышу выстрелы. Я слышал выстрелы, меня не обманешь. Блин, прыгать тут, конечно, такой себе. Ай, да что ж такое, я случайно нажал, честное слово, случайно. Ну-ка, идите сюда. Там кто-то кого-то убивает. О, он открыт. Значит, здесь кто-то был. А если здесь кто-то был, значит, он открыт. Ладно, не будем шутить. О, там какой-то ящик лежит. Брат. Тихо.
Ну, вы видели, он читерил, мне кажется. У него слишком вот хорошая атака была. Угу. Слишком вот он какой-то вот правильный мужчина. Она могла бы быть моей. Так, со мной это играет Крава Максим 87. Надеюсь, 87 это год его рождения. О, какой прикольный скин. О, черт. Ну давай, Крава Максим, я доверюсь тебе, брат. Го вот сюда. Что ты ставишь, да? Нам сюда. Блин, надо было ниже спуститься. Но, ну нет. Ну, парни, уходим, брат. Они заняли нашу точку. Здесь, кстати, скорее всего, тоже кто-то есть. Но у меня есть оружие. Хе-хе-хе. Вам от меня никуда не деться. О, я как-то собака из видео, которая прыгает через... в снегу, по-моему, или кто там, леса была. Угу. То есть, с другой стороны был вход, а я просто рубил дрова. Так, ну дайте хотя бы синюю пушечку. О, сундук. Спасибо. Она мне как раз нужна была. Я готов с вами биться, уроды. Так, ну, кроме патронов здесь, видимо, ничего и нет. А-а-а. Хотел меня обдурить. Так. Здесь есть такая штука, которую мы, пожалуй, возьмем. А, блин. Мне показалось, там кто-то бежал. Ух, галюны ловлю. О, сундук, патроны. Иди сюда, иди сюда. И здесь ничего годного нет. Патроны. Что это? Бомба. Блин, почему он ломается, он не падает? Где физика в этой игре? Так, я добыл патроны. О-о-о. Где мой братишка? Я понял. У меня есть такое ощущение, что тут кто-то рядом есть. Вау, заработал еще очки. Я опять потерялся. Главное выйти на них. Сейчас, сейчас мы зададим им жару, трепку. Стрельба прекратилась, значит кто-то из них уже погиб. Давай без этого, дружище. Я же просил. Так, Грейлс Монг. О, черт. Я подавился. О, слезы пошли. Радости, наверное. Ты не очень удачно выбрал место для посадки. Да-да. Так, виляем. Виляем, чтобы в нас никто не попал. Оп, что-то взяли. Ага. Так. Что-то уже есть. Ух, отлично. Такс. Эх, кого-то уже убивает, а я ресурсы добываю. Почему бы и нет? Так, братишка, надеюсь, ты хотя бы жив. Вот это сейчас тут вестерн начнется. Понятно. Мне очень не нравится, как здесь летают пули. Ну, это прям очень, как это сказать по-русски, медленно. Я прям иду в самый эпицентр. Не щадя никого. Себя уж в особенности. Ну давай. Я не понимаю. Это просто нужно вот играть миллион лет. Чтобы, наверное, понять, как физика действует в этой, в этой игре. А, понятно. Почему бы не выстрелить в крышу от забора? В забор от крыши. Да, естественно. Так. Блин, мой братишка опять умер. Ой-ой-ой. Друзья, вы что ж в меня целите? Ха! Это правда не я был. И сзади меня какой-то монстр такой. Уааа, это я был. Спасибо. Где ты был? Банан! Убил меня. На этом все. Спасибо за просмотр, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, пишите какой-нибудь свой любимый момент. Возможно, он пойдет в следующий ролик. Всем удачи, всем пока!